chips and casino members. I'll show you everything. Прошу учесть. Я не из политических побуждений, а только из-за денег. Честное слово, только из-за денег. Это, конечно, не оправдание, я понимаю. Все понимаю. То, что вы раскаялись и пришли сюда сами, Данилин, смягчает вашу вину. Теперь прошу отвечать на вопрос. Только ничего не утаивая, как можно подробнее. Разумеется, я с удовольствием. Как имя человека с иностранного судна, который передал вчера вам свёрток? Не знаю. Мы с ним не разговаривали. Надо было бы, конечно, его задержать, но я боялся, что он меня убьет. Как назначалось место встреч? По телефону. Говорили только когда и где. Что вы делали с передачей? Покупал небольшой чемоданчик, клал в него эту посылку и выезжал в поселок. Как же там устанавливалась связь? Меня вызывали к телефону у дежурной в гостинице. Я сообщал условным текстом номер багажного ящика на вокзале и шифр набора, которым этот ящик открывался. Значит, чемодан с передачей вы оставляли в багажном отделении? Да, как только слезал с поезда. Продолжайте. Это, собственно, все. Все? После разговора я возвращался в город. И вы никогда не видели того, кому привозили передачу? Нет. Не пытались увидеть? В прошлую поездку попробовал, но не успел. От гостиницы до вокзала 10 минут ходьбы. Обратные передачи были? Со мной нет. Сколько раз и когда вы были в поселке, Данилин? В сентябре прошлого года. В середине месяца, кажется. 16 числа. Да-да, совершенно верно. И вот 10 дней назад. Два раза всего. Ну, а в эту поездку задание вам то же самое? Еще не знаю. Я вчера только на минутку зашел домой, чтобы попрощаться и сразу к вам. Не успел прочитать. Что именно? В посылке должна быть у меня записка. Кроме записки, что еще в передаче для вас? Там должны быть деньги. 300 рублей, извините, мне. Остальные тому, в поселке. Так они делали в прошлый раз. Прочтите. Нет, этого шифра я не знаю. Может быть, там есть еще одна? Вот это? Да. Но, к сожалению, нужен шифровальный блокнот, а он лежит у меня. Возьмите. Берите, берите, это ваш. Спасибо. Ну как, разобрались? Да. Передать лично. Место встречи набережная. Вторая скамейка справа. От киоска сувениры. С 12 до 13. Во вторник или в среду.
Почему же на этот раз назначена личная встреча? Клянусь вам, мне это неизвестно. Каким же образом вы должны опознать друг друга? Понятия не имею. Не представляю. Выходит, он меня знает в лицо, сядет рядом на скамейку и спросит. Так, наверное. Вот что, Данилин, проверить это придется вам. Слушаю. И вы сегодня поедете в поселок. В ваших интересах, чтобы эта встреча состоялась. Да-да, конечно. Идите. Поедешь с ним, Андрей Николаевич. На первый взгляд, дело вроде бы не очень хитрое, но в поселке пока что обнаружить ничего не удалось. Придется начинать с нуля, если не считать Данилина. А как удалось выйти на него, Иван Александрович? Я не слышал начала. Сообщил о нем начальник тамошнего отделения милиции Васильченко. Ты, наверное, его помнишь. Он помогал вам года три назад в этой истории с контрабандой. Да-да. Так вот, Васильченко случайно оказался в гостинице в момент вызова Данилина к телефону. Разговор показался ему довольно странным. Кроме того, сразу же после звонка Данилин бросился на вокзал, хотя до поезда оставалось еще 2 часа. Васильченко решил сначала, что это уголовник, а после проверки поставил уже нас в известность. Кстати, Андрей Николаевич, он тебе, видимо, сможет в чем-то помочь. Да, человек он толковый. Мне довелось с ним встречаться по делу Малыгина. Слушаю. А, добрый день. Одну минуту, сейчас запишу. Владимир Иванович, ведь Малыгина в Прибалтике судили. Совершенно верно, на месте преступления. Он там в свое время выдал гестапо подпольную группу. Сумел как-то замести следы, перебрался в этот поселок и жил преспокойно, пока осенью прошлого года Васильченко не обнаружил живых свидетелей. С этого, собственно, все и началось. Хорошо, что не забыли. Спасибо. Возможно, что Данилина там на месте захотят проверить, даже спровоцировать. Поэтому смотрите, Андрей, не дай бог, что-нибудь с ним случится. Мы потеряем единственный след. Понятно, Иван Александрович. А, кстати, в этой истории есть довольно любопытная аналогия с нашей незавершенной операцией. С делом Пруткина? Вот именно. Ведь Пруткин осуществлял только обратную передачу. И так же, как и Данилин, не знал, от кого он ее получает и что в ней содержится. Одна и та же система страховки. Можно предположить поэтому, что оба канала связи самостоятельны, но ведут к одному и тому же лицу. Назовем его условно хозяин. Лишившись Пруткина, он будет искать какой-то выход, чтобы передать накопленную информацию. Или попытается уйти с ней сам. Если предположение насчет Данилина оправдается, мы сможем обезвредить, наконец, и самого хозяина. Ну, поезжай. И, как говорится, ни пуха тебе, ни пера. Надолго? Дня на 3-4. Ты позвони маме. Пусть это время поживет у нас, посидит с Мишкой. Ты один? С Игорем Красняковым. Полотенца не надо, мы будем в гостинице. Поэтому, наверное, и личная встреча.
Я в 24-м. В 24-м. Свободных номеров пока еще много. Первый этаж желаете? Нам бы хотелось повыше и в конце коридора, чтобы не так шумно. Ну, скажем, 23-й номер. В этом уже живут, а вот 18-й угловой свободен. Отлично, берем. Писем нам нет? Нет еще, Юрочка? Спасибо. Боюсь ошибиться, Андрей Николаевич. Дело серьезное. Вот вернется завтра из отпуска мой заместитель, Сергей Малышев. Он здешний, может, что и подскажет. Парень молодой, надельный. А вы сами здесь недавно? Скоро 4 года будет. Я раньше в Беларуси работал. Все вроде так складно получалось. Да ведь не знаешь, где споткнешься. С женой пришлось разойтись. Ну вот, и попросил переводу куда угодно, лишь бы. Вы как насчет коньячка? Может, по рюмке для знакомства? Ну что ж, давайте, Григорий Павлович. Сейчас посмотрим, что закусить найдется. Как там Дорогин, Владимир Иванович, поживает? Мы с ним в прошлом году на том запутанном деле встречались. Просил передать вам привет. Не забыл, значит, спасибо. Что? Я кричал, извините. Спать надо на правом боку, Данилин. Хорошо, хорошо. Вы говорите, вторая скамейка справа от киоска. Так, вот киоск, а вот скамейка. Ваш товарищ где будет? Сначала надо решить, где будем мы, Григорий Павлович. Место здесь открытое, наверное? Да, все насквозь просматривается. И как назло, на набережную въезда нет. Машину не поставишь. Можно, конечно, попроситься в одну из квартир. Нет, это нежелательно. Тогда, может, вот здесь? Прямо за киоском павильон «Воды Соки». Там начался ремонт. Но он пока приостановлен. Никто не помешает. Мы пройдем со двора, свет зажигать не будем. Нас с улицы не видно, а нам удобно. Вот какой обзор. Во двор где вход? Отсюда с переулка. Это уже хуже. Пока мы выберемся, его след простынет. Надо где-то Краснюкова для страховки посадить. А что вот здесь, по набережной, дальше? Здесь? Пляж? Почему у вас с ремонтом везде так затянули? Рук не хватает. Два санатория рядом строятся. Пересядьте на другой край скамейки. Включайте. Почему справа? Что? Я говорю, слева-то от киоска скамеек нет? По-моему, там никогда и не было. Да вы что, в самом деле, места вам мало? Кто это такие?
Курчавого не знаю, а второй Силаев, линейный монтёр на АТС. Терехов, учитель, рисование, кажется. Кого же ему дать? Разве что Сергей в штатской переодет, так его любой в поселке знает. Это верно. Ваш товарищ в шахматы играет? Да. Что-нибудь придумали? У меня братишка Женька, большой любитель. Скажу, приехал знакомый мастер, так мигом прибежит и шахматы захватит. Мастер это для Краснякова многовато. Тогда просто разрядник. Вот так годится. Приду к чаю поставлю. Вы институт давно окончили? Да уж порядочно. А вы, наверное, заочно учитесь. Угадали. На юридическом факультете. Работы много, знаете, никак не успеваю. А бросать нельзя. Третий курс все-таки. И мать расстроится. Спасибо, я же не курю. Сегодня вообще как-то пусто. А день ведь теплый. Курортники еще не съехались. Ждут, пока море прогреется. Фрукты, овощи пойдут. Кто же это такие? Кажется, приезжие. На нашем этаже живут. Судя по всему, молодожены. Зато заодно и поужинаем. Скорее всего, случайно подсели. Да, надолго устроились, это уж совсем не кстати. Вон ваш дед. Здравствуйте, Александр Петрович. Добрый день. Учитель, что ли? Да, по рисованию. Строгий видно. А он всегда такой. Так, снова Терехов. Действительно. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Петрович. Добрый день. Они, оказывается, знакомы. Ну вот, наконец-то разглядел. Девушка-то здешняя. Мать у нее вдова, недавно замуж вышла за директора кинотеатра Сотникова. А дочь теперь в городе живет. Наверное, в отпуск приехал. Ой-ой-ой. Опять. Теперь ладью зевнули. Вы что, нарочно мне фигуры поддаете? Ну что ты, Женя, просто не идет игра сегодня. Ну пошли, хватит уже копаться. Слушай, а куда мы пойдем? В кафе или в стол? Давно бы так. Учитель возвращается. Что это, случайное совпадение? Или он что-то заподозрил? Почему не подошел? Трудно сказать. Может, просто человек гуляет. Хотя, конечно, подряд два раза в одно и то же время. Ну, так или иначе, ждать, к сожалению, больше нечего. Тем более, что возможен еще и третий вариант. Какой? Того, кого мы ждем, в поселке или не было, или уже нет. Что ж, логично.
что Тане передать? Скажи, что все в порядке. Да, в порядке. Зачем тебя оставляет здесь Иван Александрович? Я сам его попросил. А для чего? Хочу немного отдохнуть. Мне кажется, ты зря потратишь время. С Данилиным не вышло, и зацепиться больше не за что. Ну, разве только Терехов. Так может, он действительно гулял перед обедом? Вполне возможно, и все-таки в этом, допустим, совпадении что-то есть. Вас просят по телефону. Вот это уже что-то новенькое. Я пошел вперед, а ты иди за ним. Что мне делать? Говорить как можно спокойнее. Простите, мой друг уезжает. Могу я в одинарный номер перебраться? Одну минуточку. Я закончу с товарищем и займусь вами. Да, Данилин слушает. Алло. Алло. Что он сказал? Всего две фразы. Можете уезжать, встречаться с вами не буду. И все? Все. Честное слово. А голос тот же? По-моему, тот. Идите наверх. Так вы хотели переселиться? Да, да, простите, я только сбегаю за сигаретой. Собирайтесь, через полчаса на вокзал. Он сказал мне, можете уезжать, встречаться с вами не буду, и тут же повесил трубку. Что кроется за этим, встречаться не буду? Как ты думаешь? Не буду, потому что не хочу. Разведчик закапризничал и не желает видеть своего связного. Что за ерунда? А если не могу, значит, он заметил, что Данилин не один. Зачем тогда вообще звонить, чтобы мы его скорее увезли отсюда? Да, нелогично. Так и этак. Чертовщина. Ну что ж, мне очень грустно оставлять тебя здесь одного. Добрый вечер. Извините, что беспокою. Пожалуйста, пожалуйста. Нет ли у вас бензина? Забыл заправить перед отъездом. Я видел, ваш супруг пользуется зажигалкой. Да, совершенно верно. Где-то у него есть пузыречек. Вот только где? Сейчас поищем. Вы присядьте. Ничего, спасибо. Вы думаете, это будет быстро? Ошибаетесь. Вы знаете, как я с ним мучаюсь? Он просто ужас, до чего рассеянный. Как все художники, наверное. Кто? А, нет, это мое. Валерий врач, стоматолог. Господи, опять лимонад. Минеральной не было. Где у тебя бензин? Человек ждет уже целый час. Откуда же я знал? Здравствуйте, Валерий. Андрей Батурин. Бензин у меня в кармане. Пожалуйста. Ну, что я говорила? Бензин в кармане. Товарищ Батурин, а товарищ Батурин? Да? Телефон у вас, срочно. Где это, далеко? Да нет, у Щучьего озера. Какого? Щучьего. Пограничники, как только мне позвонили, сразу же выехали. От них туда ближе. Что сказали, удалось записать передачу? Только в самом конце. Хорошо, хоть успели запеленговать.
Здравствуйте. Товарищ Батурин, старший лейтенант Кузнецов. Идемте. Запись передачи мы отдали на дешифровку. Сейчас прочесываем лес. Есть надежда? Очень небольшая. Время и место выбраны не случайно. Рядом перекресток дорог. 3 автобуса уже прошло, да и попутных машин немало. Собака след отыскала, но вот что странно. Получается, что он несколько раз выходил на шоссе. Осматривался. Видимо. Но кроме этого, от места передачи до озера тоже много его следов. И кусты на берегу сильно помяты. Вы полагаете, он был на лодке? Вполне возможно. А есть уверенность, что это то самое место? Да, мы обнаружили след от антенны. Видите, вот на это дерево забрасывал. И ветка поломана, кора на ней ободрана. Малыш прикатил. Еще что есть, Вальков? Вот тут в кустах нашли пакетик. Еда была, что ли, завернута? Илья Семенович, наш эксперт, познакомься. Очень приятно. Опаздываешь? Извините, мотор забрахлил. Откуда могла бы прийти лодка, Григорий Павлович? На этом озере 2 рыболовных базы. Одна недалеко отсюда, с километр. Другая на том берегу, у переезда. Давай займись этим делом. Узнай, кто и когда на базу прибыл, и когда уехал. Но без нажима, осторожно. Ясно. И про автобусы не забудь. Про что вы не понял? Я объясню. Хорошо. Идемте. Ну, что скажешь? Теперь хоть что-то есть. Одна ласточка весны не делает. Со мной поедешь? Нет, загляну к соседям. Интересно, как экспертиза? А вечером что будешь делать? Вечером? Да хочу с Ириной и Валерием, ну, с этими молодоженами, посидеть в кафе. Понятно. Ну, пока. Добрый вечер. Андрей, опаздывайте. Садитесь. Славочка, мы уже себе заказали, но она вам быстро принесет. Выбирайте. Слава. А кто с Полухиным сидит? Господи, Светка Померанцева. Скажи, какая старая. Так, пожалуйста. Да то же самое. И вина сухого. А вы, оказывается, многих знаете. Я же местная, у меня здесь мама. И живете в гостинице? Так получилось. Мама замуж вышла, а отчим человек приезжий. Живет теперь у нас, квартирка маленькая. Но поэтому предпочитаем ходить в гости. Не слишком часто. Не остри. Валерий с тещей немножко не в ладах. Мою супругу собирались выдать замуж за этого самого Полухина. Ужасно интересная подробность. А где вы пропадаете, Андрей? Вас совсем не видно. Дела, заботы всякие. Где же вы работаете, если не секрет? В Доме народного творчества. О, так мы в какой-то степени коллеги. За творчество. Давайте выпьем. И чем же вы здесь занимаетесь? Отыскиваете самобытные таланты? Почти что так. А в частности, меня интересуют работы местных живописцев или графиков. Вы знаете кого-нибудь, наверное? Конечно. Прежде всего рекомендую. Запишите. Терехов Александр Петрович. Он раньше художником в драматическом театре работал. Вы слышали о нем? Да, немного. Я вас обязательно познакомлю. Кстати, это мамин сосед. Правда, он человек не очень общительный, но это можно понять. У него 5 лет назад случилась трагедия с женой и сыном. Попали в катастрофу. Твой отчим у буфета. Да. А вы в этом уверены? Заметил. Сейчас будет звать гость. Нет, не пойдем. Опять начнутся эти бесконечные жалобы на свое начальство. А маму я уже видела на рынке. Правильно, давай отговоримся. Привет. Приветствую вас, молодые люди. Приятного всем аппетита. Присаживайтесь, Владимир Семенович. Нет, нет, благодарю, Валерий. Я на минутку. Забежал лимончик к чаю взять, и вдруг вижу, вы сидите. Хорошо, что встретил. Ириночка, прошу вас завтра к нам на уху из свежей рыбки. Какая жуха? Мама сказала, что вы ничего не поймали. Ровным счетом ничего. А рыбу Терехов Александр Петрович по-соседски подарил. Я только на зорьке по берегу походил. В заливе какая сейчас там рыба? А он с вечера ушел на озеро. И он же ведь рыбак, не то что я. 12 кило притащил. Куда же одному? Простите, на каком же озере так здорово ловится? На Щучьем. Это на автобусе по шоссе недалеко. Так мы вас ждем. Счастливо оставаться. Ну что же ты? Отговоримся. Я просто не успел. А на пакете есть следы? Есть. Довольно отчетливые отпечатки пальцев. Но странное несоответствие.
Эксперт говорит, что крошки хлеба свежие, а масляные пятна на пакете двухнедельной давности. Может, он пакетом пользовался второй раз? Допустим. Однако, почему он так снебрежничал? Мог же не выбрасывать, а унести с собой, или хотя бы сжечь. А чем особенно он рисковал? Сличить-то отпечатки пальцев не с чем. Ну что ж, давай, Сергей, докладывай. Я разговаривал с водителями. Автобусы вчера утром были очень переполнены. При этом ничего толкового установить мне не удалось. Что с лодками? На базе возле переезда была только одна компания, четверо военных. А на ближней в эту ночь брали лодки старик Белянин с внуком и учитель Терехов. Егерша говорит, что Терехов прибыл накануне, около 6 вечера, а сдал лодку и уехал в 7 утра, как раз перед моим приездом на базу. Все. Да, я еще вчера вечером случайно узнал, что он был на Щучьем озере. Снова совпадение? Или это все-таки... Дайте я схожу, налью, Григорий Павлович. Не верится. Просто не верится. Слушай, звонок Данилину в гостиницу был в 7 часов вечера. А Терехов, как установлено, появился на базе около 6. Оттуда в поселок можно позвонить? Конечно, там у егеря есть телефон. Да, Васильченко. Не так быстро, товарищ сотник. Что? Где? Сейчас приеду. Директор кинотеатра обнаружил в кладовке под летней эстрадой какой-то чемодан с имуществом. А я вас на той дороге жду. Здравствуйте, Григорий Павлович. Вот, понимаете, какая неприятность. Здравствуйте. Товарищ из городского розыска. Только это... В том числе Ирине и Валерию. Продолжайте. Ремонт на днях решили делать. Ну и послал Лешу Федотова, чтобы расчистить. А он приходит, говорит, стал разбираться, и вдруг вот это. Леш, дай ключ. И всегда было заперто на замок? Какой это замок гвоздем откроешь? Так, больше для порядка. Чего тут взять? Ладно, мусор. Пожалуйста, проходите. Тут должен быть где-то свет. Сейчас. Да нет, не там. Ну и ну. Пожарники не знают. А то вы штрафом припаяли. Вот я и спохватился. Где он, Леш? Вот, лежит. Минутку, Федотов. А почему замки открыты? Вы что, смотрели? Взглянул только. Находка, чего ж стесняться? Ну, если, предположим, было бы заминировано. Взлетели бы на воздух. Что тогда, а? Ну, чемодан как чемодан. Откуда я что знаю? Перчаток нет, придется таким образом. Давай-ка все-таки фонарик. Запасливый мужик. Кто? А то нет, это я так, вообще. По-моему, все ясно. Да. Сергей Васильевич, отвезите, пожалуйста, все это к нашим соседям на экспертизу. Есть. Перевяжи веревку, чтобы не раскрылся. Федотов, а? Я думаю, вам понятно? Никому ни слова. Конечно, Григорий Павлович. Уборку дальше делать. Можете продолжать. Выйдем на воздух. На, Серега, держи. Странная находка. Все так уложено, как будто он не собирался больше этим пользоваться. Слушай, может быть, все-таки оставим после экспертизы все как было? Понаблюдаем, вдруг придет. И сколько будем ждать? Да. Кроме того, конечно, нет гарантии, что он не видел, как мы туда вошли. Он в более выгодном положении пока что. Я поехал в 12 совещаний участковых. Подвезти? Да нет. Пожалуй, пройдусь немного. Thank you.
Александр Петрович. Добрый день. Вот как удачно. Андрей, идите сюда. Мы только что вас вспоминали. Познакомьтесь, Александр Петрович. Это есть тот самый Андрей Батурин. Здравствуйте. Очень приятно. Ну и теплый сегодня, правда? Ирина, ты скоро? Сейчас. Мы быстренько окунемся, а вы пока поговорите. И посторожите, пожалуйста, наши вещи. Так чем же я могу быть вам полезен, Андрей? Простите, не знаю отчества. Николаевич, мне бы очень хотелось познакомиться с вашими работами, Александр Петрович. Вы ведь, кажется, давно не выставлялись. Давненько. Я ведь по старинке для себя пишу, в основном пейзажи, так что выбор ваш, прямо скажем, не особенно удачный. Но тем не менее, если это вас, конечно, не очень затруднит, я бы с интересом посмотрел. Милости прошу. Послезавтра, в воскресенье, в 11 часов утра вас устроит? Конечно. Лесная, 19. Да, любопытно. Спасибо вам, Илья Семенович. До свидания. Ну что, какие результаты? С шифровкой дело вроде сдвинулось. Обещают завтра. А вещи в чемодане, как и следовало ожидать, уложены в перчатках. Никаких следов? Кое-что есть. На шарфике нашли седые волосы. Седые? Да. А на холстине, в которой были завернуты патроны, сохранились остатки красок. Похоже, вытирали кисти. От черт, одно к одному. И все-таки не верится. Человек-то вроде бы хороший. Выводы, конечно, делать еще рано. Не хватает некоторых звеньев. Кстати, на рации эксперт обнаружил частицы сливочного масла. Той же давности, что и на пакете. Выходит так. Поел, надел перчатки, вспомнил о пакете, скомкал его, выбросил и за работу. Слушай, ведь если удалось бы получить отпечатки пальцев Терехова, сравнить волосы, сделать химический анализ, все сразу стало бы нам ясно. Ну, волосы добыть, конечно, трудновато, а с отпечатками гораздо проще. Да, но делать это надо очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений. И не обидеть, если он невиновен. Я, правда, буду у него послезавтра в 11 утра. Каким образом? Сегодня познакомился на набережной. Вот как? Но заниматься этим мне, как гостю, будет не очень-то удобно во всех отношениях. Я просто хочу поговорить, взглянуть, как он живет. Короче говоря, присмотреться. Поэтому хорошо бы найти предлог побезобидней. И пригласить его, скажем, сюда. Ну, как бы случайно. Он каждое утро в булочную ходит мимо наших окон. Александр Петрович, здравствуйте! Вот хорошо, что вас увидел. Если не очень торопитесь, пожалуйста, загляните к нам на минутку. Маленькая консультация, Александр Петрович. Помогите нам. Вы, говорят, большой любитель порыбачить и знаете окрестности, как свои пять пальцев. Ну, это преувеличение. А что конкретно вас интересует? Озеро Отвальное. Вы на нем бывали? Бывал не раз. Что там случилось? Да понимаете, обнаружили следы браконьера. Что именно? Толовые шашки в кустах на острове. Но глушить рыбу в этом месте практически невозможно. Напротив, охотничье хозяйство. Сразу услышит, заметит. Вот я набросал план озера. Подскажите, в каком участке, вероятнее всего, могут действовать браконьеры? Я правильно начертил? Не совсем так. Вы разрешите? Да, конечно. Восточный берег гораздо дальше. В камышах имеется проток. За протоком большая заводь, вот так примерно. В ней полно рыбы и лес вокруг. Так что удобнее всего здесь. Или вот в этой части. Всего, пожалуй. Спасибо.
Кто же это может безобразничать? Выясним непременно, Александр Петрович. Я вам очень благодарен. Не стоит. Будьте здоровы. Всего хорошего. У меня сестра живет на той же улице, почти напротив Терехова. Объяснять ей ничего не надо, она не любопытная. Мы будем видеть только фасад. Этого же мало. Нет. Вот смотрите. Левой стороной дом Терехова выходит на небольшой такой пустырь. А сзади дома автобаза, постоянно дежурит сторож собак. Куда же он тут денется? А справа что? Здесь тоже дом на две семьи. Директор кинотеатра Сотников и врач Арсеньев. У Сотниковых с Тереховым двор общий, одной калиткой пользуется. Мы можем сделать так. Я сразу, если подтвердится, пойду к сестре, а вы или Григорий Павлович приходите попозже, как стемнеет, часиков 10. Ну, я посплю немножко, а потом опять вас сменю. Да, мне в 11 утра надо быть у него. Ну вот. Не забудьте, Лесная улица, дом 22, Полина Васильевна. Что? Отпечатки пальцев совпадают. Кто там? Выспался? Вполне. Чего ходил? Мог бы у нас остаться на диване. Что ты, мать знаешь, как ругается, если дома не ночую. Ну и правильно. Который час? 4. Ну как? Ничего нового. А гости от Сотниковых ушли? В 12:20. Все трое сразу. Идите поспите, Андрей Николаевич. Не забудьте. Доберусь. А что было передано в то утро по рации? Удалось записать и расшифровать только последние три фразы. Устал, связного больше не присылайте, оставьте меня в покое. Странное послание, я бы сказал, весьма задушевное. Ну, во всяком случае, это в какой-то степени объясняет разговор по телефону с Даниленой. А как я тебе представлю Терехова? У тебя же может быть закадычный друг, любитель живописи. Может. Только не спутай пейзаж с натюрмортом. Слушай, давай возьмем туда с собой коньяк. Бутылка в руках-то как белый флаг перемирия, а то еще что-то не так поймет, начнет из окна стрелять. Купил в магазине по дороге. Но ты все-таки здорово везучий. За неделю столько раскопал. Я ничего не раскапывал. Все сыплется на меня само собой, как из мешка. Ну, пошли. Малышев на месте. Васильченко подойдет ровно к 11 на всякий случай. Разрешите. Александр Петрович. Подожди. Иди сюда, его уже, кажется, не разбудишь. Вот это да. Он выпил, не дождавшись нас. Или инфаркт, или самоубийство. Ну что, устала? Ой, пока еще держусь. Скажи малышу, пусть вызовет эксперта и врача. Возьмет понятых. Thank you.
Все, что угодно ждал, только не это. Выходит, опоздали? А это его собственный дом? Да. Он за него дал в обмен свою городскую квартиру. Андрей Николаевич, давай зайдем к соседям. Может, они что заметили? Эксперт и врач сейчас приедут. Пойдем. Обрати внимание на письменный стол. Кто там? Это я, Васильченко. Откройте, Владимир Семенович. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Что случилось? Когда вы видели последний раз вашего соседа Терехова? Вчера под вечер. А что с ним? Скончался. Боже мой, от чего? Еще неизвестно. А где ваша жена? В город с утра поехала. Сегодня же воскресенье, я не слышал, как ушла. Вчера с гостями загулял немножко, извините. Да вы садитесь. Ничего, ничего. Спасибо. Вы с Тереховым окно в окно живете. Что вы можете сказать о нем? Человек как человек был. Конечно, не без странности. Жена Сотникова вышла из ворот в 7:20 и пошла по направлению к вокзалу. Больше никто не входил и не выходил. В 8:36 Терехов открыл окно. Это был он? Вы точно видели? Да, у меня хорошее зрение. Что же он делал? Полил из кувшина цветы и отошел. Отравление сильным ядом. Что-то из цианидов. Когда он умер? Хотя бы приблизительно. Около 2 часов назад. На конвертах разные адреса. Он же ездил на гастроли с театром. Андрей Николаевич, мы закончили. Никаких посторонних следов не обнаружено. А в отношении совпадения волос ошибки быть не может, Григорий Павлович? Химический анализ штука точная. И кроме того, это же не единственное подтверждение. Так что дело вроде бы закончено. Не совсем удачно, правда, но что делать? Поторопился он расстаться с жизнью. Я бы на его месте попытался все-таки удрать. Или пришел бы и поднял руки, но только уж не так. Куда удрать? Прикинул, наверное, так и этак. Один как перс на белом свете. А начинать жизнь заново поздновато. Можешь подождать? Чего с чемоданами тащиться до вокзала? Да нет, не стоит. Доберем. Всего хорошего. Григорий Павлович, а телефон на рыболовной базе на Щучьем озере где находится? В комнате у егеря? Вот не знаю. Где там телефон, Сергей? В конце коридора, в маленьком закутке таком, на стенке. Понятно. Ну всего. Будете в городе, заходите. Адрес знаете. Спасибо, до свидания. Увидимся обязательно. Счастливого пути! Сергей, ты съездил бы на базу еще раз? Сейчас? Да, поговори там аккуратно с егерем, с его женой. Звонил ли Терехов кому-нибудь по телефону в среду вечером, как только к ним приехал? Может, выпьем понемножку? Коньяк нетронутый остался, лимон есть. Я не буду, пей, если хочешь. Одному нельзя. Уже известно, чем это кончается. Чего ты веселишься? Потому что смотреть тошно на твое постное лицо. Ну, выйди. Это не поможет. Да. На душе довольно-таки скверно. А почему? Никто не знает. Выходит, он 2 дня решал, как поступить. Кто? Терехов, когда ходил вокруг Данилина перед звонком. Наверное.
Кстати, в пятницу ровно в 12 он тоже был на набережной. Это может быть для маскировки. Дескать, видите, я каждый день гуляю. Правильно. А накануне на набережной не появляется, и зная наверняка, что его запеленгуют, выходит с шифровкой в эфир. Для той же самой маскировки. Довольно убедительно. К сожалению, нет. Но кроме этого, все складно. Сначала послал к чертям Связнову, потом своих хозяев, потом сложил в чемоданчик компрометирующие вещи, спрятал. Вместо того, чтобы ликвидировать. Да. Ну ладно, и вот, обозленный, совершенно одинокий человек решил покончить с жизнью. Но напоследок зачем-то перечитал письма сына и жены и посмотрел их фотографии. А что, так не бывает? Бывает. Ах, бывает. Бывает. Только едва ли он оставил бы такие сокровенные вещи для чужого глаза на столе. Простите, но поверить в это трудно. Да, письма очень интимные. Не для посторонних. И ведь было время их уничтожить. Вот если бы ты, скажем, задумал кончить свою жизнь самоубийством, ты бы заперся? Ну, хотя бы для того, чтобы не помешали. Обязательно. А почему он этого не сделал? Ведь так просто, ключ торчит в двери. Что это, вызов? Ну, вот он, я, получитель. Глупо. По-человечески, необъяснимо. А внешне он обставил свою смерть очень буднично, спокойно. Но внезапное отчаяние не похоже. Значит, он заранее на это решился. А на кой черт тогда цветы поливать? Цветы? Допустим, это сентиментальность. А зачем надо было заваривать чай? Для кого? Да. Чайник был еще теплый. Подожди, не торопись. Ведь мы восприняли самоубийство как итог. Как последнее и логически завершающее всю историю звено. Так что же? Значит, наши выводы и рассуждения были ложны. Думаю, что да. Мы приняли версию за истину. Как это могло произойти? Это уже другой вопрос. Возможно, потому что версия о самоубийстве уже имела свою продуманную логику, о которой ты только что и рассказал. А если предположить, что Терехова все-таки убили? Черт возьми. Тогда, конечно, уже многое можно объяснить. Вот именно. Почему на пакете масляные пятна были двухнедельной давности? Почему в чемодане не нашлось никаких следов, кроме волос на шарфе и куска холстины? Случайность. А не потому ли, что ничего другого не удалось достать? И что кому-то было очень нужно постепенно привести нас в дом Терехова? А предварительно убедить в закономерности его самоубийства. Но кто-то, следовательно, знал о привычке Терехова гулять в полдень. Знал, когда и куда он пойдет на рыбалку. Любопытно. Этот человек должен быть его близким знакомым, по крайней мере. Ну, подожди. Вернемся к финалу. Ведь Малышев не спускал с дома глаз. Кто же мог быть у Терехова сегодня утром? Невидимка. Почему невидимка? Невидимка. Его сосед. Сотников? А что это ты вдруг коньяк привез? Это наш с Игорем общий, не успели выпить. Пусть пока постоит. Есть хочешь? Нет, ужинал перед поездом. Тогда, может, чаю? Чаю подогрей, пожалуйста. Простите за поздний звонок, это Батурин. Можно Ивана Александровича? Как уехала, куда? Скажите, там есть телефон? Нет. Когда же он обещал вернуться? Прямо на работу. Спасибо, извините.
Игорь тоже вернулся? Нет, остался еще на несколько дней. Тамара утром звонила. Сказала, он бритву забыл. Что с тобой, Андрей? Что-нибудь случилось? Дай, пожалуйста, лимон. Я понимаю, что ты не все можешь рассказать. Но хоть что-то в общих чертах. Что можно? Ты что-то не так сделал. До сих пор еще не понимаю, с кем в действительности имею дело. За игру уже заплачено человеческой жизнью. Ты виноват? Если бы я вовремя смог вмешаться, он был бы сейчас жив. Если бы смог. Это не оправдание. Ты все же, наверное, не сидел сложа руки? Нет, конечно. Налить еще чай? Нет, хватит. Я просто так посижу немного. Присаживайтесь, Владимир Семенович. Спасибо. Я ведь на минутку забежал лимончик к чаю взять, и вдруг вижу, вы сидите. Хорошо, что встретил. Передать лично. Место встречи набережная. Вторая скамейка справа. Но ты все-таки здорово везучий. За неделю столько раскопал. Товарищ Леонидович, вас просит телефон. Сейчас. Что он сказал? Всего две фразы. Можете уезжать, встречаться с вами не буду. А рыбу Терехов Александр Петрович по-соседски подарил. Милости прошу, послезавтра, в воскресенье в 11 часов утра. Когда он умер? Около 2 часов назад. Почему же на этот раз назначена личная встреча? Клянусь вам, мне это неизвестно. Зачем тогда вообще звонить? Чтобы мы его скорее увезли отсюда? Да, нелогично. И так, и этак. Чертовщина. Совершенно верно. И вот 10 дней назад. Сразу же после звонка Данилин бросился на вокзал, хотя до поезда оставалось еще 2 часа. С этого, собственно, все и началось. И вы никогда не видели того, кому привозили передачу? Нет. Не пытались увидеть? В прошлую поездку попробовал, но не успела. Черт возьми, тогда, конечно, уже многое можно объяснить. Любопытно, почему он так нахально снова пользуется багажным отделением? Может, он видел, как вы вчера уехали? Здравствуйте, здравствуйте. Товарищ Батурин. Звонил сейчас Токарев, просил, как придете, срочно к нему. Слушаю. Входи, входи. Давно не виделись? Одну ночь. Привет, Андрей Николаевич. Оружия при себе у него, видимо, нет. В таком костюме не очень-то спрячешь. Куда же это он собрался? В сторону города будет только 8:40. Значит, поедет вот на этом. Я все время как-то сомневался в виновности Терехова. А окончательно убедился в своих предположениях вчера. Кстати, надоумил меня ты, Андрей.
насчет телефона на рыболовной базе. Я поручил Малышеву проверить после вашего отъезда. И оказалось, что телефон там не работал с понедельника до пятницы. Так что Терехов никак не мог звонить Данилину. Я допускаю, Григорий Павлович, что Сотникову, как соседу, легко было узнать привычки Терехова, добыть все эти детали, волосы вместе с шарфом, пакет, холстину. А как он мог убить его? Проще простого, к сожалению. Накануне были гости, жену узнал в город. Пришел утром с начатой бутылкой, давай сосед по рюмочке ради воскресенья. Голова с похмелья раскалывается. Налил себе и Терехову. Замешкался, переждал, пока тот выпил. Действие яда мгновенное. Потом надел перчатки, уничтожил свои следы, подменил бутылку, разбросал письма и ушел. Через одну узловая. Там всегда тьма народа, вокруг густой лес. Если на ней сойдет, можем его потерять. Правильно, рисковать не будем. Кто его знает, что он задумал. Чем вызваны все эти действия Сотникова, на ваш взгляд, Григорий Павлович? Очевидно, он заметил, что Данилин уже взят и приехал не один. И чтобы отвести от себя удар, подставил Терехова. Ну, разведчик, надо полагать, он опытный. И все было заранее тщательно продумано и подготовлено. В том числе и психологическое обоснование самоубийства. Что вы имеете в виду? Разговор по телефону с Данилиным и содержание шифровки, которую передал по рации сам Сотников. Здрасте. Леонид, дай мне, пожалуйста, на 5 минут твою удочку. Я хочу одного знакомого разыграть. Только осторожно, дядя Сережа. Жилку не порвите, очень тоненькая. Я пошел. Владимир Семенович, куда это вы в такую рань? Кинопрокат за рекламными роликами. Если сам не возьмешь, и не вспомнят. А вы никак порыбачите? Да, вот выходной сегодня. Решил позабавиться. Выпросил у братишки снасти, только вот крючки, по-моему, мелковаты. А по-моему, самый раз. Куда же больше? Владимир Семенович, спокойно. Вам придется вместе со мной вернуться обратно. Это еще зачем? Надо кое-что выяснить. Прошу вас, Сотников, без эксцессов. Я мастер спорта по самбо, а Малышев в 2 раза сильнее меня. Не усугубляйте, как говорил один прокурор. Вы за это ответите? Ответим, ответим. Если вы, Сотников, честный человек, я встану перед вами на колени и вымолю прощения. Что у вас в чемодане? Не знаю. Это не мы. Товарищи, вы не скажете, чей это чемодан? Как это чей? Вот этого гражданина. Он с ним садился. Чей же еще? Сергей Васильевич, запишите, пожалуйста, адреса и фамилии. Ну как, дядя Сережа, уже разыграли? Тогда дайте удочку, мне пора выходить. Спасибо. Как вы полагаете, что Сотникову понадобилось у вас в поселке? На это, Иван Александрович, может дать ответ только сам Сотников. Да, пожалуй. Ну что ж, спасибо. Вы нам очень помогли на этот раз, товарищ Васильченко. Разрешите, Иван Александрович? Да, да. Надеюсь, мы еще встретимся. До свидания. Всего лучшего. Не успели вынуть? Или карман уже не оттянет? Кто вам оставил чемодан в камере хранения? Никто, я сам его оставил. Игорь Аркадьевич, на минутку. Дай закурить. Я не курю. Маменькин сынок, еще в милицию полез. Если бы я не был милиционером, я бы вам еще в вагоне набил бы физиономию за Александра Петровича. У нас с Красняковым был, правда, иной ход рассуждений, но сейчас уже не в этом дело. А в чем? Я пришел к выводу, что Сотников – это только исполнитель. Исполнитель замысла другого человека. Сотников, подойдите сюда. Судя по всему, вы спешили на радиосвязь. Во сколько, кому и что вы должны были передать? Не хотите отвечать? Да. Тогда, может быть, скажете, для чего была заминирована рация? Чтобы уничтожить в случае надобности. Младенцы, понятно.
надобности. А кого уничтожить? Что кого? Рацию. То есть часовой механизм. Весьма любопытно. Наклонитесь пониже. Не бойтесь, взрывчатка уже вынута. Наклонитесь, ну? Значит так. Вы выходите из электрички. Устраиваетесь в уединенном уголке леса. Включаете рацию. И моментально взрываетесь. Не понимаете? Я тоже. Вот смотрите. Взрыватель поставлен на включение рации. Оригинальный способ самоубийства. По вашим бренным останкам было бы очень трудно определить, какую небрежность вы допустили, не правда ли? Слушайте, Сотников, считайте, что мы на данном этапе вашей биографии спасли вам жизнь. В благодарность за это. Пожалуйста, будьте откровенны. Кто поставил чемодан в камере хранения? А мы за вами. Прошу вас одеться, Воротихин. Товарищ Воротихин. Нет, уже не товарищ. Вы же не глупый человек, Воротихин. И понимаете, что сопротивление бесполезно. Будьте благоразумны. Ведь вас все равно одолеем. А в свалке можем нечаянно нанести увечья. К чему вам это? И мебель жалко портить. Прошу вас. Прошу вас. А как там Сотников? Не ожидал от своего хозяина такого сюрприза? Материвал всю дорогу. При встрече придется за руки за ноги держать, загрызет ненароком. А впрочем, еще кто кого. Они друг друга стоят. Поразительная жестокость. Не щадят не только невинных, но и своего. Современный фашизм. Как сказал однажды мой дед, явление, подлежащее искоренению. Он кто у тебя? Юрист? Нет, санитарный врач. Вы утверждаете, что всеми вашими действиями руководил Воротихин? Да. Я подчинялся только ему. Помогал. Скажите, Сотников, когда вы получили задание подставить вместо себя Терехова? После прошлого приезда Данилина. Я доложил Воротихину о том, что связной пытался меня увидеть. И значит, либо уже сдался, либо собирается сдаться и выдать меня. Но ведь Данилин не знал вас в лицо. Какая разница? Вы все равно бы меня накрыли. Надо было что-то делать. И вы пошли на убийство. Я выполнял приказ. Разрешите? Откуда вам стало известно о нашем приходе к Терехову? Узнал от него самого вечером накануне. Позвольте задать вопрос. Да. Почему Воротихин решил меня ликвидировать? Видимо, он хотел уйти без свидетелей. А может, ему показалось, что вы нечисто сработали? Впрочем, что нам гадать? Сейчас узнаем и это тоже. Сволочь. Садитесь. Садитесь.